Мною вместе со специалистами разработан четкий план, четкий проект для молодых специалистов. Проработав примаром муниципия Белз в течение этих лет, я познакомился со многими очень талантливыми молодыми людьми, которые не могут работать в мэрии, не могут работать в правительстве и вдруг в разных государственных агентствах, потому что есть мизерные зарплаты. Сегодня многие уехали за рубеж, многие патриоты остались дома и, работая за гроши, не предают нашу страну, не предают государство. Поэтому для молодых специалистов у меня есть конкретный проект, разработанный, который обсуждался с экспертами и в Молдове за ее пределами. Это доступное жилье в ипотеку под 0% годовых. Во время дебатов, во время встреч с избирателями, во время встреч с вами я детально представлю этот проект и хочу вам сказать, что это реально. И это можно и нужно начать сразу после Нового года.